Сейчас я захожу на мостик, который я так хотела в самом начале зайти. Ну, так, большая очередь была, все так смотрели, любовались этой красотой. Очень красиво. Это самодельное озеро, которое находится в Черновцах. Ну, если точнее, то это область. Брегомет как-то село называется. Очень круто. Обойдем, сейчас посмотрим. Круто вообще придумали, что можно ходить вокруг домика. Кто-то стоит здесь, смотрит на красоту. Кто-то там дальше. Классно вообще. И такое все такое... таком, как в сказке. Домик такой деревянный, окошечки такие интересные, красивые такие. А там внутри стол стоит. Ну, я сейчас зайду. Лавочка там. Окошечки все открываются. И дом такой не квадратный, четыре стены, а он такой многокутный. И вот мы вышли. Ну так все как в сказке. Здесь можно, я думаю, в принципе, и свадьбу красиво отыграть. Класс. Много людей загорают. А я наслаждаюсь ходьбой. Вот тут дверки такие. Так красиво. Класс. Все. Всем пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего и побольше. Все, всем пока-пока.